Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители Ютуба. Сегодня я буду готовить ананасовый ром по рецепту от Александра Панфилова. Для этого нам нужна ананасовая настойка. Готовится она очень просто. Вот ссылочка, посмотрите. И также 50 грамм сахара. Для начала нам нужно сделать из этого сахара жженый. Мы его высыпаем в ковшик и постепенно будем потихонечку нагревать и мешать. Жженый сахар делается очень легко и просто. Главное постепенно нагревать и постоянно все это дело мешать. Ну вот, жженый сахар в принципе уже готов. Сильно его перепаривать не нужно. Теперь нужно его перелить в отдельную посуду и дать ему остыть немножко. Теперь добавляем жженый сахар, наш настой из ананаса. И все хорошо, долго, тщательно расколачиваем. Прошло 3 дня, настойка под ананасовый ром постояла, настоялась. Я ее отфильтровал через ватку. Пока наливаю, дам совет. Сахар жженый лучше сразу дробить, чтобы потом легче его расколачивать. То я его колотил очень долго. Итак, на цвет. Ну, красивый такой, благородный. Да, классный. На запах. Сладкий запах ананаса. Из горчинка такой ароматный, непонятный. Классный запах. Хороший. Пробуем. Что я вам скажу? Достойный напиток. Очень богатый вкус, насыщенный, легкая горчинка. Чувствуется, что жженый сахар есть. Но если бы не знал, то я даже не догадался. Ананас в конце появляется так на общем фоне аромат. Хороший напиток. Спасибо за рецепт. Всем пока!